Здравствуйте, подписчики моего канала, на канале Жигафрост, это просто Жигафрост. Всем здравствуйте. Так, в чем дело? Не то лес, говорите? Ну да. На самом деле, сегодня обзор будет немножко на другое лицо. Вот. Сейчас. Вот. Новая лиса появилась. Алиса Дисней из диснеевского мультфильма. И знаете, если честно, у него из всех вот Алисы, которые как прицельно не все хорошие, но у нее почему-то вот детский вот мультфильм. Именно из диснеевской Алисы больше всего заходит. Сейчас посмотрим. Hello? Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grocery families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Centrum and Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Блин, должен, ну да. Ну, короче, вот так вот. Ну, также у нее руки подвижные. На. Это же может вмазать кому-нибудь. На. Вот так вот. Также можно лазить. Ничего себе. Алиса, это что сейчас было? Да, вот. Да елки-палки, что ты задумался, зацепиться не можешь, Сломай этот забор нафиг. Отлично. Как-то она цеплялась тогда за этот карниз. Алиса, блин, не дури. Вот так вот, ну, не можно. Привет. Классная камера, конечно. Вот, наконец-то. Вот, наконец-то. Конечно, мне не удалось перепрыгнуть через здание, но... Может быть, из-за того, что она маленького роста. Так, еще раз. Ну, наконец-то, Алиса. Я поаплодирую просто. Вот как она зацепилась. Да, когда что-то хочет, то же... Она просто берет и забирает. Вот так вот. Так, дальше у нас... Шедевральная еда на велосипеде. Конечно, могут быть рассинхроны из-за того, что маленького роста персонаж. Я единственное не знаю, честно, блин, хотя проверить на красный, если проехать. Опа. Нет, я, значит, мод не отключил, нормально. Красава, братан. Дали звезду из-за того, что проехал на красный. Проехала в данном случае. Ау.
Да. Ну вот так вот. Да я хотел проехать там по хардкору внизу, но, как видите ли, не получилось. Интересно, работает эта кнопка. Привет, Алиса. Блин, этот гонки. Налей звезд. Так, извините. What is? What is it? Не, ну прикольная тачка, конечно. Сюда ее отведем. Ты даже, по-моему, первая лица камеры работает. Да? Блин. Вы же знаете, аэродинамика, дверь открыла и машину повела.
Так, на метр ступить. Так, ладно, теперь же. Как бы другой объект. Так, теперь мы переместились сейчас. Короче говоря, переместились мы сейчас с Алисой на самое высокое здание, но тут, чтобы взлететь, сейчас нам потребуется, скорее всего, вертолет. Либо сейчас как на лифте поднимемся. А мы сейчас хитрим. Мы сейчас вот так вот. Вот эти вот оконные. Да, Делорио Лос-Сантос. И поехали. Да ладно, ты не дотягиваешь. И как так-то? Тебе еще должно хватать. Да, интересно. Интересно, девки пляшут. Так, ладно, Алиса. Сейчас нам придется воспользоваться вертолетом. Ну, потому что, как бы, высотная... Give me... что-нибудь. Поехали. Ну вот, собственно, вот это вот. Сейчас, если вот в режиме ожидания поставить. Смотрите, что будет. Ну давай, ну специально, ну привередно, ну сделай же что-нибудь. Я говорю, сейчас просто тайминг должен пройти, вот. Вот, дернулась. Ну. Давай, 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 давай. Опаньки, зарядку делаем. Ну, короче, понятно. Ну и берем парашют, соответственно. Фу. Тут можно как бы выйти вот здесь, но... Ну, мы, как всегда, не ищем легких путей. Поехали! Вот так вот наши Алисы. Спускается. Спускается вниз, то что вот так вот. Ну и ну классно, конечно, мод. Автору респект, как всегда, этого мода, потому что реальность. Вот это именно Алисе не хватало. Ну это стандартное, понимаете, потому что с большой высоты на ноги упасть, конечно, ноги потом будут болеть.
Ну, как бы вот так вот, друзья мои. Вот так вот, чисто на фоне здания. Да это так осталось просто. Да, вы сейчас. Не было бы возможности. Надо и камеру, ну да ладно, вот так вот сейчас. Вот так вот сейчас сделаем. Ну вот такой вот мод, вот такая вот Алиса из Страны Чудес. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жик Шост, всем пока-пока.